сейчас, раз уж мы на Тунгуске, то пойдем найдем третий вертолет с пилотом. Покажу, где он находится. Темно, правда, ну... Ладно, хрен с ним. Находится он... Так вот, А2, что ли, квадрат? Курсор не показывает мне. А2, А3 где-то там. Сейчас найдем. Так. Ну, темнота, конечно. Ничего хорошего, ну. Что поделать. Опять же, я точно уже не помню, где этот вертолет. Ну, примерно... Помню, сейчас найдем. Тут собаки встречаются. Пауки, лешие и медведь может попасться. И не простой медведь, а рыжий. Которого хрен просто так завалишь. Так, вот собаки уже пошли. А что ты не перезаряжаешь? Дальше будут пауки, лешие и мишка. Микроволновка, что ли? Угу. Кто-то недавно прошел. Может быть, за мишкой, может быть, по квесту. Отверженных стрелять. Тут опять же можно воспользоваться лифтом. Но не тут, а дальше. Осмотреться, нет ли медведя. Где леший бродит. Ну, тут вряд ли сейчас медведь вон тут. Вовсю стреляет по ним. Страш монолита какой-то. Вот сюда, вот здесь можно залезть и запрыгнуть. Башку опять засунем, как обычно. Аккуратненько. Ну... А, не могу прыгнуть, это... Стамины нет. Вот. Залез. Все, и здесь медведь не достанет никогда. Давайте посмотрим, может отсюда даже вертолет видать. Вон там он, что ли? Вон он валяется, вон, видите, лопасти. Вот туда нам нужно добраться. Смотрим. Никого, никого. Вроде бы. Там кабанчики, лешие могут быть. Дохлые пауки вон валяются. И отсюда можно медведя убивать. Он сюда никак не залезет. Ладно, пойдемте. Где-то уже чушка бежит. И даже не одна. Нужно быть аккуратнее. Это железо долбало. Не забывать про аномалии. Опять невидимая. Ну вот как ее обойти, если ее не видно?
А? Скажите на меня. Тут ведуны могут быть. Они тут респаются. Так, вот оно. Последний наш пилот. Валяется. Все. Теперь нужно вернуться к Дыбенко. И будет выполнено задание падения черного ястреба. Ладно, выходим назад. Ну вот теперь нам нужно как раз несколько заданий сдать на вокзале. Туда нужно возвращаться. Опять же, нелегкий путь, честно, прямо на вокзал проводники же не доставляют. Сейчас посмотрим максимально ближе, куда он нас поведет, туда и пойдем. А, если денег опять же хватит. Сколько? 11 тысяч всего лишь. Куда хватит, туда и пойдем. А дальше уж своим пехом добираться будем. Дальше своим пьюхом. Так, тебя вот еще не хватало. Да вот у него броник железная крыса. У стражи вот этого. Грибов тут нету, ну аномалия может быть какая-нибудь. Но я не буду сейчас тут задерживаться на этом, на Тунгуске. Более подробно о ней как-нибудь в другой раз будет. Сейчас пока так, квесты такие. Потом уже квесты именно тунгусочные будем проходить. Не последний раз тут мы. Я сюда попёрся-то. Со всеми этими потом говорить будем отдельно. С этим там еще есть. Так, нам нужен теперь проводник. Вот. Рынок, опа-на, рынок 15 тысяч, да? Угу. Угу. Новая земля стоит. Вот нам бы на рынок сейчас, а? 15 тысяч. А у нас 11. И продать нечего. И продать нечего. Основа земли далеко пилить. Вот дорого он нам продал, конечно, эти билеты. Вот сейчас за него серии затянутся. Да. Ну нечего продать. Опять 5000 зарабатывать. Собак сейчас настреливать. Там что у них? Челюсти. Нет. Опять же с рынка потом до гурмана. Ну, тут можно студни попробовать пострелять. С них желудки выпадают. Ну, сколько они там стоят? Сколько это студни надо убить? Где собака?
Не знаю, сколько нужно насобирать. Куда-то я не туда зашел. Блять, я не туда пошел. Студни с обратной стороны. Тупанул. Ну, продать нечего. Последние штаны рваные, только если. Ну давайте копытить. 4000 хотя бы нужно накопытить. Здесь не такое, не знаю, на головах можно хоть что-то заработать там. Сейчас попробуем продавать. Где она? На головах, на желудках студни. Попробуем сейчас, сколько, интересно, тут придется нам горбатиться. Ну куда деваться. Клянчить я не хочу, не буду. Поберушничать. Мне лучше снова земли добраться, чем клянчить. Патроны, в принципе, еще есть. Так, ну вот тут студень, вон уже один сюда ползет. Так, собака со спины, надо ее убить. Мешать будет отступать. Студни могут закидать ядом. Да что ж ты где-то там спрятался-то? Вот из этого ничего не выпало. Ну тут надеяться, что из них что-то выпадает. Я не знаю, оно дорого, недорого стоит. Желудок этот студня. Сразу два побежали. Вот он меня уже отравил. Вот так вот. Ладно. В общем, легче на собаках будет. Вот я их все три потерял. А, потому что так я буду терять и патроны, и головы. Так, это ремонтник. Что у нас есть-то уже? Одна голова всего лишь продать. Я бы и гайку эту продал премиальную. Но кому? Так, сколько голова? 37. О-о-о! Бесполезно. Ладно, пойдемте снова земли, потому что 5 штук я тут хуй знает, как тут насобирать их. Только желудки продавать. Ну если желудки я. Ну а как вот их? Эти падлы сейчас травить будут. Я сейчас наоборот тут все порастеряю. Они вон издалека травят. Патронов не так уж и много. В общем, голову это бесполезное занятие. Это надо очень много их. Ничего они не стоят. А вот артефакт бы какой найти. Продать. Ту же резину тут они могут быть. Тут же зеленка кругом. Ага, это он что меня так издалека спалил? А вот артефакт бы какой найти, было бы здорово.
Если бы еще эти желудки у них постоянно выпадали. Убил точно, знаю, что желудок будет. Как вот он ползет. Хрен, ну вот. О чем я и говорил. Слишком много патронов уйдет. Так, тут верлюка может напасть. Вот такой я криворукий. А куда деваться? Ну надо хотя бы один добыть, посмотреть, сколько он стоит. Может быть, прилично. Что нам надо-то всего 4000? Может, он 1000 стоит? 4 желудка всего. И мы намогаем в этом. Хотя с другой стороны, я бы уже был. Уже бы на полпути бы от новой был бы. Зеленка может быть. Ну вот, блять. Крепкий, сука, какой, а? Еще я отступаю к верлиохам там. Ну вот желудок. Пойдемте посмотрим, сколько он стоит. Есть ли смысл долбить их? И патроны между тем кончаются. Артефакт бы какой найти, а? Было бы просто замечательно, артефактик какой-нибудь. Что-то мне кажется, он дешевый этот желудок. Нечего. Так, что-то я заблудился. Ну, 435 тысяч, ну, в принципе, неплохо, но все равно. Аптечки продать. Так, а ну-ка тебе гайку сколько она? Гайку тоже не берешь, да? Ну? Я не знаю, так сколько мы будем на эти желудки охотиться. Ну их нафиг, наверное, а? Прям гайку попробовать продать. Блять, все, никого тут. А, это я уже.
Так, а если продать эту, как ее, беспонтовку эту, грушниковку? Сколько она стоит? Хотя бы один инъектор. Слишком далеко, что чушь какая-то. 0 рублей. Жесть. Ну могли бы уж сделать там, блядь, хоть сколько-нибудь. 0 рублей, отлично. Он только новый, наверное. Ну ладно, хуй с ним. Пойдем на новую землю. Попрошение чтения буду. Это точно. Как раз сейчас покажу, как я обычно хожу. Каким путем. Ну, это уже, наверное, будет в следующей серии. Этот везде успевает. А когда, блядь, этот... Ладно, на этом закончим серию.